Узор полька-дот – самый простой способ сделать твой маникюр по-весеннему игривым. Сперва нанеси слой основы. Она защитит твои ногти и поможет лаку лучше лечь. Нанеси базовый цвет. Мы выбрали белый для контраста. Дай высохнуть. Выбери два цвета, с помощью которых ты создашь узор. Капни немного каждого лака на полоску алюминиевой фольги. С помощью зубочистки нанеси точки на ногти, чередуя цвета. Оставь до высыхания. Нанеси слой защитного покрытия, чтобы надолго сохранить маникюр и добавить сияние. Твой весенний маникюр готов!